Так, остальное у нас все полное. Отлично. Так, одна готова. Ух ты! Твари, твари, твари! Сколько их там вообще просто. А чё ты дохнешь, нет? Отлично. Так, еще одна подошла. Блин. Есть, хорошо. Попадаю хоть по ней-то или нет? Труп. Да нифига их там. Ладно. Что-то у меня такое ощущение, что они бесконечно будут лезть. Моя сосед, боль в моя бедная голова. Я делаю чучело все из медведя. Он тоже делает все из медведя. Я доставаю консервы, он тоже доставая консервы. Я собираю технологии Е99, он не накопил. Радостно. Готов? Готов. Так, это мы уже знаем. Наверх можно подняться. Получи. Готово. Еще живая. А, это рука, блин. Ух ты.
Чё, тебе приятно, да? Отлично. Ну да, я так и думал, что они. Бесконечно будут лезть. Ух ты! Ух ты, ух ты. Разносят не тут. Получи. Не попал по тебе. Отлично. Было жестко. Где все оружие, которое здесь лежало? Внутри завода. Здесь переработали так много Е-99, что разломы возникают сами собой. Найдите разлом. Вернитесь в 55-й год как можно скорее. Чем дальше, тем лучше, блин. Так. Так, для дробовика тоже, что ли, патроны купить? А, тут целое. Так. Так, тебе туда же. Да что ты? Не дохнешь-то. Узнайте код активации для зарядки бомбы Е-99. Доктор Петров хранит его в своем кабинете. Увы, капитан, более простого способа нет. Ну, пипец, как всегда. Ну, я так понимаю, вот это место для зарядки бомбы. Так, правильно идем, правильно идем.
Вот и разлом. Хочу медь. Фига они тут соорудили. Все ходы ведут в одно. Так, нам туда. Давайте здесь сюда заглянем. Водичка. Печь. Такое простое прозвище для такого потрясающего устройства. Нелегко было выделить изотопы Е99, но дело того стоило. Каждый день кто-нибудь придумывает им новое применение. Конечно, некоторые эксперименты заканчиваются неудачно и даже приводят к ужасным последствиям, о которых никогда не доложат в Москву. Но так даже лучше. Там все равно не поймут, насколько важны наши исследования. Не забыть спросить Барриса, как у него дела с мерами электромагнитного поля. Хотя я совершенно не понимаю, в чем дело. Такие показания можно получать только поблизости от печи, доктор Петров. Держи. Нифига себе тут. Тут закрыто. Опа. Это он! Ты пытался убить доктора Демича! Он говорил нам, что ты можешь вернуться! Охрана! Убийца моей лаборатории! Жесть. И чё, сейчас откроются двери, будет... Всем охранникам прибыть... Ну, я так и думал. Пока он замерзший, перезарядим. Кто-нибудь его видит? Идем следом. Внимание! Общая тревога! Помогите! Ну-ка, дохните, дохните все. Перезарядочка. Ну выглядывай. Ах ты засранец, а. Лучи, разряд. Что у нас?
сломаем. Так. Сотрудники жалуются на тошноту и головные боли после работы с образцами Е99. С ураном таких проблем не было. Вообще, изотопы Е99 совершенно не похожи на материалы, с которыми мы работали раньше. Доктор Петров. Едем дальше. Перезарядочка. Всем охранникам прибыть в сектор D6. Немедленно опечатайте все секторы. Всем охранникам прибыть в сектор D6. Да, гранаты пошли в ход. Порешать всех. Нифига себе рвануло. Не ожидал я. Как он так там в воздухе завис? Как семечки. Сперва я расстроился, что руководство каторги 12 направило меня на второстепенные проекты, но достигнутые результаты привели меня в восхищение. А ведь это всего лишь банальная местная фауна. Мы только подтолкнули ее развитие, доктор Петров. Ну, там за стеклом что-то. Так, вот до чего дошло. Я не получу финансирование на проект по злаковым, если не буду работать над этими тварями. Впрочем, стоит отметить, что они отлично защищают поля от вредителей, доктор Петров. А, смотрите, дохнет. Граната, граната. Получи. И распишись. Скоро свалишь. Что, сколько можно ездить-то? Ну привет. Какой я жестокий. Интересно, а если его оставить было в живых? Отлично. Получили код активации.
Последний посев зерновых оказался невероятно удачным. С такой скоростью роста мы многократно перевыполним план. Показатели по школьной программе тоже отличные. Родители интересуются, почему у нас такой строгий режим питания. Они понятия не имеют, как повезло их детям. Доктор Петров. Так. 8000 у нас. Ну что? Раз на то пошло, давайте купим улучшение для оружия. Дополнительные ячейки. А, уже не хватает. Ладно, давайте вот этот медработник. Ладно. Опа. Какое, а? Отлично. Почти пришли. Даже можно сказать, не почти, а пришли. Нет боеприпасов. Бомба зарядилась, берем. О, вернуться к разлому. 60 секунд до перезагрузки. Ё-моё. Очуметь. Офигеть. А и граната еще. 30 секунд. Резче, резче, резче. Взрывная реакция необратима. Отлично. Ну, у разлома. Нифига себе. И опять ты изменил прошлое. Опять мир стал другим. И опять об этом знает только мы. Так. Сюда, что ли? Ой. Опасно. Капитан, вы живы? А бомба полностью заряжена. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно срочно попасть в реактор. Ступайте к железной дороге. Она приведет к башне сингулярности. Берите, что нужно, и мы отправляемся. Че, еще куда-то идти надо? О, как меня уже заманало это все. Так-с, покупаем. Нам нужно скорее уходить. А может, усовершенствовать можно? Нет? Ух ты, у нас 6 технологий. Идемте, капитан.
Давайте, у нас будет крутой пулемет вообще. Нам нужно уходить. У нас мало времени. Сам сказал только что берите, что нужно. Куда спешишь-то?